На смену уборочной компании пришла компания по запасам на зиму. В Амгинском районе стартовала затарка зерна. У аграриев Амгинского района уборочная компания идет полным ходом. Между тем, у акционерного общества «Амгинский» начались субботники по затарке зерна. Сбор зерна – это всегда он требовал большого количества рабочей силы, в том числе и в затарке. Поэтому субботники для предприятий и организаций района стали доброй традицией. Ежегодно, не нарушая ее, они дружной командой выходят на субботники. В ответ повара хозяйства «Амгинский» кормят их вкусным обедом. Также на днях помощь к ним присоединились и жители села. А в данное время идет затарка овса. Ну, работаем и для своего хозяйства, и вот в Амгинске. А так население выходит, помогает, школа выходит, помогает. Поэтому это... И вот районные эти приезжают нормально, работают. Да, предприятия, организации тоже своих выставляют, поэтому работа идет. А как у вас нынче сенокос? Сенокос закончил, план перевыполнил нормально. Сейчас готовлю солому. Вот немножко себе тоже хочу подготовить.